Убери это, что ты делаешь. Камян, зачем ты это сделал? Валентина Ивановна, откройте окна. Аня, какие окна? Они у нас зимы еще запечатаны. Олег, ну что, скоро там? Короче, я уже не знаю, что делать. Пускай Михаил Иванович приходит и сам эту дверь открывает с той стороны. Я все. Слушай, ты, Олег, я есть хочу. Ты что думаешь, я тут ночевать буду? Нет, Валентина Ивановна, решайте что-нибудь с ним. Да, специалиста, конечно, прислал, молодец. А я-то тут при чем вообще? Я вообще-то пытался починить вашу дверь. Но это странное ваше, я окончательно доломала. Я не могу ничего сделать. Я не поняла, на кого это ты странное назвал? Так на нее могу назвать только я. Понял, понял. Так, тишина в классе, я не слышу ничего. Михаил Иванович, да, ваш мальчик до сих пор здесь, ничего не сделал. А вот так, я не знаю, он сломал вообще замок, мы не можем выйти. Придите, сделайте, пожалуйста, замок. Что значит, я уехала из школы? А нам что, теперь ночевать здесь или что? Возвращайтесь. Как всегда. Валентина Ивановна, да сколько можно в классе сидеть? Давайте что-то делать. Я есть хочу, я в туалет хочу, я пить хочу. У кого-то есть что-то похавать вообще? У меня из-за вас сережка сломалась. Вера, а я при чем? Я что ли эту дверь сломала? Вы сломали. А он специалист, починить не может. Да я же вам сказал, что я ни при чем. А вот сережку я могу починить. Давай сюда. Ладно. На, давай чини, только будь аккуратен, эти сережки не очень дороги. Давай. Аккуратно, только не доломай. Лера, зря ты доверила ему свои сережки, он и не доломает. Да подожди, ты, может, сможет. Да смогу, я смогу. Ты за замок то же самое говоришь. А хотите, посчитай смайлики на моих штанах. Сядь. Не сяду, поняла? Раз, два, три. А кто первый досчитает, тому я дам поиграться с моим хомячком. Сядь на место, не позорь меня, я тебя прошу. Не сяду, поняла, Паша, ты досчитал? Да не собираюсь считать твои 12 смайликов. Паша, ты выиграл, дай мне свою игрушку. Да не надо мне твоих хомяков. Ну ладно, тогда у меня есть шоколадка. Стой, я буду шоколадку. Я посчитала все твои смайлики, их ровно 12. А еще я знаю, какого они цвета. Они белые с фиолетовыми кружочками. Я буду Лера, шоколадку. Хорош, вообще-то я выиграл. Иди отсюда. А я знаю, какие их цвет вообще. Сядь, а давай шоколадку. Господи, пожалуйста, дети, успокойтесь. Не устраивайте цирк здесь. Валентина Ивановна, это шоколадка, а мы можем здесь сидеть долго. А Михаил Иванович до сих пор не пришел, поэтому я хочу шоколадку. Давай. Все, отстаньте от меня. Ну что, сделал сережку? Ну ты понимаешь, тут такая ситуация, тут такие маленькие детальки. Мне нужна лупа. Понятно, спасибо за помощь. Камила, а хочешь тебе за шоколадку сережку дам? Смотри, какая она красивая. Блестит, сердечко, большая и маленькая. Сердечко? С камешками? Не ведись, это фальшивка. И вообще, я выиграл, дай мне шоколадку. Камила, откуда у тебя шоколадка? Я дома взяла. Ну, тогда давай, я же твоя сестра. Нет, не дам, поняла? Камила, смотри, какое сердечко. Это большое, ты можешь его повесить и носить. А это маленькое, ты можешь его своему хомячку прикрепить. Я согласна. Да стой, куда? Не трогайте ее. Не надо. Давай, отстань. Камила, я хочу купить твоя сестричка. Ты плохая сестричка, садись. Давай, доставай. Наша пальца, помни. Как ты их нашла? Я же их в холодильнике на нижней полке спрятала. Да там их много, на всех давайте. Каких на всех? Это мои шоколадки. Значит так, Камилочка, смотри, Паша тебе ничего не дала, поэтому шоколадки мы не даем. А Дарина тебя обижает, очень плохая сестра, ей тоже шоколадки не даем. А Аня вообще далеко сидит, поэтому шоколадки будем кушать вместе. Ты же моя лучшая подруга. Давай. А ну стоп. Лера взяла кулечек и все шоколадки принесла на стол учителю. А в смысле? Правильно, Валентина Ивановна? Вы же мои шоколадки вернете мне? Нет, Дарина, ничего я тебе
одна. Вернула сюда шоколадки на стол учителю. Я буду сама выдавать. Мало ли, сколько мы здесь будем сидеть. Ладно. Так, я все вижу. Все шоколадки сюда. У кого еще есть какая еда, сдаем учителю. Ну, Максим, у меня есть антиналина, так это жвачка. Если вы считаете это едой, то могу дать. Жвачка. Жвачка понадобится потом. Тетя, дай шоколадку, я же твой племянник. И мне. Я же самая лучшая ученица в классе. Какие шоколадки, дети? Это я просто попробовала. А оставим мы на потом. Мы не знаем, сколько мы здесь будем сидеть. Так что пока нет. Да, это же не мои шоколадки, Валентина Ивановна. Валентина Ивановна, и на меня делите шоколадки. Я с вами тут целый день сижу. Валентина Ивановна, на него не делите, потому что из-за него мы тут и сидим все. Ну ты и язва, я тебя еще красивой назвал. Желательно. Слышь, Олег, смотри, а то эти инструменты тебе запихаю в одно место, потом не достанешь. А не перестань. Олег, будет видно насчет шоколадок. Итак, дети, давайте, чтобы нам не хотелось кушать, я буду читать, а вы записывать. Валентина Ивановна, какие уроки? Уроки давным-давно уже закончились. Я хочу домой, я хочу есть. Я сейчас не о вашем сердце думаю, а о курином, чтобы его съесть. А что, куриное сердце едят? Да, едят. Хорошо, не хотите о сердце? Есть другая тема, кстати, очень сейчас нам всем поможет. Гипноз и внушение. Лерочка, неси сережку сюда. А зачем моя сережка? Что мы с ней делать будем? Садись на место. Итак, дети, внимательно смотрим за моей рукой. И повторяем. Я сытый. Я сегодня хорошо покушала. Я кушала много вкусного. Стоп. Не смотрите на сережку. Валентина Ивановна, вы пользуетесь запрещенными методами. Значит так, Олег, тебе тоже нужно сесть за парту. Садись, вот, Дарине. Иногда самовнушение и внушение очень хорошо помогает, когда начинается в классе непонятно что. Никуда я садиться не буду. На сережку вашу тоже смотреть не буду. Еще крутите сережкой. Я уже наелась. А я ничего не наелась. Валентина Ивановна, давайте нам шоколадки. Вот Камилочка молодец. Вот умничка. Вот так и надо. И я уже почти наела. Вот сама себя загипнотизировала. Чувствую полный животик уже. Думаю, у вас так тоже должно получиться. Давайте еще раз попробуем. Валентина Ивановна, хватит разводить детей. Никакой сережки я не наемся. У меня уже болит живот. Анечка, вот ты не права. Вот даже во время войны это действовало. Когда люди в лесу были, да, солдаты, они самовнушение могли неделю не кушать. И мы с вами сможем. Давайте еще раз. Смотрим внимательно. Глазки прямо сюда. И повторяем за мной. Я сытая. У меня полный живот. А теперь закрыли глазки и представляем полный стол еды. И курочка жареная, и картошечка жареная, и пельмешки, и оливье, и тортики, и лимонады, и запрещенные чипсы. Все, дети есть. И вы это представляете, что вы это все кушаете. Ну что, дети? А сейчас все вместе на счет три открываем глаз и говорим, как мы хорошо покушали. Раз, два, три. Валентина Ивановна, я наелась! А я почему-то вообще не наелась и до сих пор хочу есть. Давайте сюда конфеты. Тетя, Лера, на меня гипноз не действует. На меня тоже, мне только еще сильнее есть. Не знаю, я наелся. Если вы еще один сеанс с детьми проведете, я еще больше наемся. Валентина Ивановна, как это странно получается. Вы наелись, и Олег наелся, а мы не наелись. Я наелась, я! Я торт съела, пельмени съела и соком запила. Вот я наелась, и Олег наелся, и Камилочка, он даже пельмени съела, видишь? А вы, я не знаю, давайте еще раз сеанс проведем. Да хватит эти нерабочие сеансы проводить, мы хотим шоколад. Поддерживаю. Валентина Ивановна, смотрите, если вы нам не дадите шоколад, мы его сами заберем. Нас много. А я наелась. Молодец, Сонушка, молодец. Шоколадки давайте. Лерочка, я смотрю, с тобой нужно провести индивидуальный сеанс. Наверное, начнем. Поможет тебе? Валентина Ивановна, нам ничего не поможет. Отдайте мою сережку и дайте нам поесть. Лерочка, вот уже начинаются голодные судороги. Вот разговор у тебя как изменился. Давайте я вам почитаю, а вы еще послушаете и еще чуть-чуть подождем. Внушение и
самовнушение. Загипнотизированным внушаются наиразличные действия, да. И он их выполняет. Нет, давайте, гипнотизированные, не поняли. Дети, мы есть отсюда, давайте. Победа! Что у вас происходит здесь, Валентина Ивановна? А как вы вошли? Дверь была открыта. Как двери открыты? Михаил Иванович, кого вы мне прислали? Мы здесь сидим, непонятно сколько часов. Дети меня чуть не съели. Ура! 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 Нет, спасибо большое! Ура! Сделать ничего не мог. Давай собирай. Да что я? Ну а кто еще? А я наелась.